Житель села Карабдахкент организовал музей антикварных экспонатов. Здесь выставлено огромное количество старинных предметов, как эпохи СССР, так и дореволюционной России. Ценители антиквариата частенько заезжают в этот музей, где можно не только полюбоваться красотой вещей с многолетней историей, но и приобрести их. Экспонаты увидел и наш корреспондент Владимир Уразакаев. В музее Ахмед-Паши есть бытовая утварь, старинное оружие и даже кожа питона, привезенная из Конго. Но самое главное, все это можно потрогать своими руками. Такого музея нет бесплатного больше, только есть в Питере. Аврора музей. Его хозяин мой, директор мой, товарищ. Еще 6 лет назад в этом помещении была птицеферма, которая принадлежала Ахмед-Паше. А теперь здесь музей «Старый двор». Коллекционер много путешествовал по миру и из каждой поездки привозил очередной экспонат. Много вещей принесли сами сельчане, когда узнали о музее. Зеркало, бронзовый век. Его шлифовали, и девушки смотрели. Ахмед-Паша работал 9 лет учителем истории. Сейчас его уроки проходят намного интереснее. Ведь ребятишки могут прийти сюда и не только услышать об историческом факте, но и прикоснуться к старинному предмету. Учитель проводит викторины. За правильный ответ – подарок один из экспонатов. Много детей проходит. Иногда 100-200 человек проходит. 5 автобусов бывает здесь. Хасавюрт, Кизляр, Дербент, оттуда проходят дети наши. Маленький музей школьный организовал. И постепенно с детьми он, увлекая и от школьного маленького музея, вот так в районном масштабе у нас создал сам музей. Особая гордость хранителя музея – это оружейная комната. Здесь холодное и стрелковое оружие разных стран и эпох. Японские катаны, сабли, мечи, топоры, стрелковое оружие, арбалеты и многое другое. Это сабли. 1881 год. Это Сирия. Сирийский. Где война сейчас? Клеймо. Здесь 40 Корана. Коллекция музея «Старый двор» постоянно пополняется новыми предметами. За вход платить не надо. Любой желающий может посетить его, а хозяин с радостью расскажет об экспонатах. Владимир Уразакаев, Саид Кутиев, Камила Раджабова, Юсуп Газиамаров. Время новостей. Карабудахкентский район.